Хочу от левого фронта, от всего блока левопатриотических сил поздравить Валентина Коновалова с победой на выборах в Хакасии. Хотел бы сказать, что это победа наша общая, всего населения Хакасии. Эта победа – знак того, что власть стремительно теряет поддержку и приходит на выборах к самым грязным схемам. Но, тем не менее, наш кандидат, народный кандидат, побеждает. Мы сделаем все, лично я сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды. Огромное спасибо за поддержку. И мы ждем и надеемся на такие же результаты во всех регионах нашей страны.